Всем привет, дорогие друзья, с вами Валерий Хаус, и мы вновь возвращаемся к игре Resident Evil Survivor. И на этот раз мы будем проходить вторую развилку. Я назвал ее развилка Б. Вы можете ее обозвать как хотите. Вот. Ну что, давайте начнем. Тяжело. Resident Поехали. Evil Survivor. В 1998 году в тихом городке Ракун-Сити случилось несчастье. Неконтролируемая эпидемия, вызванная Т-вирусом, созданным корпорацией Umbrella, превратила город в смертельную ловушку, из которой не было выхода. Чтобы остановить распространение эпидемии, Umbrella пришлось уничтожить весь город. Однако город был не единственным местом, где произошла вспышка эпидемии. This was not the only location where an outbreak occurred. Тебе не уйти. Моя голова болит, и я не могу ничего вспомнить. Моя надежда — этот пистолет. Я вспомню. Я выживу. Где? Где я? Я ничего не помню. Кто я? Ну вот, собственно, снова мы в начале игры. Я, кстати, да, настроил эмулятор. Вот, более-менее что-то полазил там в настройках. И пропал этот звук. Скрежет, заикание звука, согласитесь, смотрится более лучше, как бы приятней. Вот. Ну что, давайте подойдем. Ты? Я, кажется, знаю. Но я никак не могу вспомнить. Надпись Арк Томпсон. Арк Томпсон. Хотя я ничего не помню, но уверен, что таким образом никто не мог умереть. Что? Нет, все-таки есть какие-то заикания. Ну что? Ну, все же меньше, чем было. Так, взяли ключ. Что-то он нас уже кусанул в самом начале. Ну вот, собственно, развилки. И давайте... мы шли вот по этой. Это была церковь. Кто не смотрел, можете посмотреть. Ссылочку я оставлю внизу под видео.
кто не помнит, можете тоже посмотреть, если есть желание, еще раз. Вот. И мы пойдем прямо. Так, ты еще живой? Что-то все равно притормаживает. Эмулятор подтупливает все равно. Я настроил как мог. Тупил он, собственно, только вот там, в том месте, получается. Ну, хотя его здесь тоже сейчас подтупливает. Вот. Так, и мы здесь какой-то, получается, не знаю, что это, столовая, кафе какое-то, что ли. Вот. Здесь пока ничего нету, и у нас документ. Записи менеджера ресторана. Ресторан это. Давайте почитаем. Так, 4 октября 1998 год. Я услышал невероятную историю. Маленький город в Америке, Ракун-Сити, был разрушен на прошлой неделе. Вроде его жители превратились в зомби, и город теперь полностью заброшен. За этим инцидентом, по слухам, стоит корпорация Umbrella. Так. Но мне неизвестны подробности. Хотя это произошло далеко отсюда, за морем, я не могу не беспокоиться, если Umbrella действительно стоит за всем этим. Я надеюсь, что в нашем городе все будет хорошо. 6 октября 1998 год. Я услышал еще одну интересную историю про Уильяма Биркина, по вине которого был разрушен Ракун-Сити. Он был создателем вируса Т или Дже, или какого-то другого, неважно. Он пробовал использовать вирус в собственных целях. Все это кажется невероятным, но он ввел вирус в свое тело и превратился в монстра. Кроме того, вирус попал в коллектор, и по слухам, крысы распространили вирус по городу. 8 октября 1998 год. Что я должен делать? Один из рабочих Umbrella приехал сюда на завтрак. И упоминал, что Т-вирус находится на этом острове. Он сказал, что нет никакой вероятности, что несчастный случай может произойти здесь, в этом городе. Но я слишком не уверен. Я решил работать на Umbrella ради денег, но сейчас меня утомляет то, что я открываю свой ресторан только для работников Umbrella. Никто не интересуется мной в этом городе. Я предполагаю, что пришло время уезжать отсюда, прежде чем станет очень поздно. Ну да, как мы помним, во второй части как раз вот этот Уильям Биркин был, вот, типа, главный наш враг. И мы помним, что там говорилось, что крысы, ну и даже показывалось, что крысы были разносчиками эпидемии. Так, что у нас здесь у нас? Ничего, получается, нет, да? Так.
Это что здесь? Здесь какая-то погреб. Погреб, да. И первая наша трава. Ну, в принципе, больше ничего нет. Так. Жмурики. Жмурики в морозилке. Так. Помедленнее. Отлично. Этих загасили. Здесь лежит... Что у нас? Ключик. Ключ менеджера. Куски мяса висят. Вот такой кусочек мяса домой. На шашлычок. Так, здесь у нас снова ожили жмурики. Давай-ка мы тебя... Сейчас и тебя тоже. И третьего тоже. Так он там... А, все, упал, что ли? Нифига себе. Как-то я так быстро... Наверное, попал в голову. У нас в окно и еще идут с правой стороны небольшой отряд. Так, эти у нас проломились. Давай перезаряжай быстрее. Что-то я мажу. Еще живой. Ха-ха, все падает. Отлично. Так, туда нам не выйти. Только посмотрите на эти тарелки на столе. Что происходит? Так. Здесь у нас ничего. Кассу взять нельзя. Здесь что? Сотрудники Umbrella, платите вашими ИД-картами. Псинки. Где крестик-то? Все. С этими разобрались. Телефон сломан. Ну,
вот, собственно, мы вышли снова с развилки. Ну, с развилок в это вот, в место, куда ведут эти развилки. Так. И это у нас был ресторан. Давайте отправимся дальше. Тут мы помним лизунчики. Тактику боя с ними помним, да? А, сыпанул все-таки. Отлично. Берем ключ. И травку. Подожди, я что, Винсент? Винсент, ты убийца! Убийца! Убийца? Ты о чем? Ответь мне! Кого я убил?